Еще одно видео для вас. Это для тех, кто занимается вот лекарственными травами здесь. Вот. В Анталии тоже самое есть. Вот трава хорошая, также сена, сенна. Ну, это и по-русски сенна, и она тоже, здесь тоже сенна называется, синамеки, слабительная. Это очень хорошее лекарство, очень лекарственная трава. Стоит вот такой пакет, вот, 6 лир. Вот, чем лекарственный препарат глушит, вот, лучше вот такой купить. И она производится здесь. Вот, и для желудка, для того, чтобы ослабление желудка, чтобы у кого-то бывают запоры, у кого-то еще что-то, вот, те, которым страдает запором иногда, вот, самое лучшее лекарство, вот эта вот трава, сена, заварили, вот, какой-то термосок маленький, и пьете, все. Пару раз, и все, у вас чистый желудок. Очистительный, как говорится. Называется вот так же сена. Можете, вот это, где траву продают, куремиш, также спросить, у них это есть. Да и в маркетах иногда это бывает на продаже. Вот такие дела.